Еще раз. Ого. Всем привет. Всем привет. Хотите прикол? Вот я в розовом одета почему-то, и мама, а папа синий. Привет. Я надела спортивный костюм, потому что думала, что холодно, а теперь мне очень жарко. А кого ты ждешь? Мама не едет. Стоим, ждем. Мне кажется, что там пожар. Вон, смотри, какой столб дыма пошел. Там все горит огнем. Да, жесть какая-то. Я ходила на педикюр, а Костя с Алисой пока гуляли. Вот он за мной приехал, и тут, походу, горит дом. Ну, там люди рядом из дома выбегали уже. Я думаю, что пожарку они вызвали. Ну, это же явно пожар, да? Ну, не знаю. Может, что-то во дворе. Хотя, похоже, как-то, что-то жгут. Как так жечь во дворе? Они что-то жгут. Что, сдурели, что ли? Что-то там на палубе. Так, мы приехали опять на кружок. Мы теперь чаще на него стали ходить, потому что купили абонемент. Абонемент предусматривает 2 раза в неделю. Да. И третий день мы ходим на индивидуальное. То есть мы 3 раза в неделю ходим на один кружок. Аня, смотри, у меня новый костюм. Мы сегодня опять в новом костюме. Хорошо тебе? Не знаю, носки с собой взяла, я не знаю, надевать или нет, когда костюм на пяточку. Покажи. Вот этот костюм идет на пяточку. Сейчас спросим. Пошли. Сегодня лисюшка прямо около меня. Алиса изобрела новый элемент. Я бы его назвала или рыбка, или бабочка, или гусеница. Сейчас Алиса вам покажет. Это очень похоже на гусеницу в коконе. Вот. Или на крыло бабочки. Я гусеница, я пишу, я гусеница родила. Такой экспромт. Так, ну что, лисюшка просит погулять с подружками. После кружка. Не знаю где. Но они хотят полчасика погулять. Я снимаю, видео. Откройте, пожалуйста, воду. Давай. Алиса такая смешная. Короче, мы решили в Долину Роз. Да, мы едем в Долину Роз. Тут рядышком. Так, мы привезли девчонок в Долину Роз. Здесь очень хорошо, красиво. Не-не-не-не, Дося, туда иди кидай, там на траву. Алиса, за тобой собачка бежит. О, фрисби можно покидать. У нас полкружка, оказывается, смотрит наш канал. Я даже некоторых спрашивала, можно ли их показывать. Юля, жилетку возьми. Как они занимаются. То девчонки наоборот говорили, мы смотрим ваш канал, будем рады себя увидеть. Так что... Так что друзей у лисюшки хватает. Вау! Валя! Валя, ловишь? Такое прекрасное место для того, чтобы гулять летом. Тут еще фонтаны потом включат. Ну, я не знаю, в этом году включат или нет. Такие, которые точечно бьют из земли. Там можно в купальнике бегать и освежаться. Алис, смотри. Вау. Круто, да? Мама, можно немного на травке? Да.
Ну, лучше было бы взять покрывало. Можно? Ну, валяйся. Алис, только смотри, вдруг там что-нибудь валяется, стекло какое-нибудь, аккуратно. Подружки идут на площадку, а я на всякий случай прогуливаюсь рядышком. Смотрите, как красиво высажено вокруг деревьев. Вот такие вот, как будто бы лавровые венки. Очень красиво. Много друзей не бывает. Алис, руки береги, поднимай, когда съезжаешь. Алиса Клик. Говорит, не была на пилоне. Привет. Нас уже ждали Игорь и Сережа. И мы сели пить чай. Я вот такие палочки купила. Они сейчас в одном магазине по акции продаются за 50 гривен. Скоро деликат будет устроен. Да, да. Скоро откроется. И скоро не надо ходить в... По-моему, вообще будет удобно. Куча магазинов тут будет. Нам будет легче. Да. Угу. Плохо очень приделано. Оно здесь на этих... Принимаем. На каких-то железных скобочках, такие как в тетрадках просто. Ну вот как оно может нормально держаться? Снежок! Снежок! Прям деньги забрал! Сейчас прыгну, сейчас прыгну. Это твой братик. Снежок, посмотри на него. Гладит, гладит. А он думает, что это Мира, потому что беленькая. Смотри, какая рыженькая смелая. Ага. Побудет там. Сними, пожалуйста, как я песню научилась делать. Хорошо? Снежок ее хоть не укусит. Снежуля, это твоя сестра. Бози вылизывает, ухаживает. Нет, не то, Мирочка. Снежок. Он играться с ней хочет. Да нет, Снежок, она маленькая. С таким дядей играть да. Большим. Ого, Мира сейчас тебе задаст. Мы с ней красивые. Мира! Мира! Так, не мучайте кошку, это не игрушка. Мира! Ага. Мира! Мира, кенгуру! Мира, кенгуру! А что она так на это реагирует, интересно? Кенгуру, кенгуру! Прикол. Это кенгуру, это кенгуру!
Кенгуру. Доиграешься, укусит тебя. Эй, смотри. Редкая. Красивая. Тут другая шляпа. О, да. Смотри, тут другая шляпка у коктейля. А еще тут зайцев 4. Мира. Да. А еще тут есть аксолоты. Нет, нет. А еще тут есть аксолот, а его не было. Ты мальчик с перьями, может? Он любит одну. Да нет. Ох и пушистый вот этот котенок средний. Где он, мальчик? Я сейчас когти сожру. Чего там лазит тут? А? Что это за девочка там лазит? Играется. Мирусенька, иди к деткам, иди. Иди к деткам, мальчик. Ты будешь игроком тогда, игроком, хорошо? В этой школе, которому надо выжить. Детки задумались. Кто это тут такой ходит? Да, задумались. Хочешь быть мальчиком с пирожками, который спас девочке жизнь? Вот ты, Бази, вот. Мира, ты шипит. Я вот так вот делаю. Шипит. Такая шипулька. Шипулька такая. Ой, ты такая шипулька. Мира. Игорь, ответь, пожалуйста. Снежок устроился.